Иерусалимской, и как Иисус, да, он призывает братьев к миру. Потому что здесь недалеко были кровопролитные Липецкие битвы. Сначала Всеволод сражался, потом его сыновья здесь сражались. Была братоубийственная война за Великокняжеский престол. Было убито очень-очень много народу. Только с одной стороны 9 тысяч человек. Это огромное число по тому времени. В общем, это призыв к миру, чтобы такого больше не было. Но если так говорить, братья опять смирились. Рукой опирается на щит, а на нем барсовидный лев такой вздыбленный. Это первое изображение льва на щите в нашем вот именно Владимирском крае. Дальше, над Георгием Победоносцем в тимпане притвора, видите маска дружинника? Вот ее здесь, конечно, быть не должно. Вот Ермолин или кто там ее сюда поставил, но не может над святым патроном быть какой-то дружинник. Здесь должна быть клиновидная маска самого строителя собора, Святослава. Она найдена в дальнейшем, она сейчас находится внутри собора. Дальше. А вы сфотографируете ее прямо вживую в соборе потом. Ну, только это платно. Смотрите, две маски вот Спасителя нашли? Да. Это как заглавное изображение храма. Вот на заглавном изображении, вот когда книги переписывали, да, писал переписчик свой автограф. Вот так же здесь, скорее всего, мастер оставил. На нимбе еще чуть-чуть влево, видите, вертикально вырезанные буковки. Бакай. Около листочка. Бакай. Бакай. Ну, последний как О, но мы же не читаем по-русски, по-современному. Это Ай, Бакай. Это имя. Дальше, два льва нашли. Вот лев – это князь, или власть, или Иисуса так изображали. То есть, видите, он шагает. То есть, князь не стоит на месте, он продвигается вперед. А вот эта маска, что он улыбается, это слово говорит. То есть, князь не стоит на месте, он продвигается вперед, он идет к вере, и он призывает вас двигаться за собой. Сюда перезахоронили его сына Дмитрия. Когда рухнул собор, рухнул и предел. Его Ермолин восстанавливать не стал, ну, по одной версии, по другой все-таки был сделан переход небольшой. Но мощи Святослава и Дмитрия потом, когда собор восстановили, выставлялись в соборе. После, потом их убрали, вот после революции, под алтарную часть. Но тут очень здорово все разграбили, и мощи Дмитрия пропали. Мощь Святослава сейчас обретены, они были в 1980-х годах обретены, ну, их там спрятали очень хорошо, и они сейчас... В 18 веке здесь, видите, пристроили строчки в предел окон. Свои моления. А вот как он туда попадал, осталось большой загадкой, потому что никакой лестницы рядом найдено не было, ни винтовой, ни обычной. И мы проходим, да, не маленькая, а там была большая арка, вот как раз где сюжет библейский, да, маленький кусочек остался, а с той стороны, снаружи запада, мы с вами видели заложенную арку. Это и был княжеский балкон. И мы заходим сюда, да? Дмитровский собор во Владимире. Считается, что в 13 веке, извините, у нас фотосъемочка платная. Хочешь? Считается, Дмитровский собор раньше также выглядел и Георгиевский собор в 13 веке, до своего обрушения. То есть он был двухъярусный, у него был тяжелый постамент и шлемовидная главка. А единственное отличие заключалось в том, что здесь Дмитровский собор украшен только верхним арктатурно-колончатым поясе, а наш Георгиевский собор был украшен от подножья до самой главы. Ну а вот как выглядит собор после своего восстановления. Маленький, низкий, приземистый и уже шлемовидная главка маленькая заменяется на большую массивную главу. Если мы обратимся к следующему стенду, и Успенский собор во Владимире. Они также являются частью нашей Владимиро-Суздальской архитектуры. Но неоднократно перестраивались, поэтому они уже отдаленно напоминают наш собор. Следующий стенд здесь представлен на церковь Бориса 52 год. То есть это самая первая церковь в ряду архитектуры нашей Владимиро-Суздальской земли. И рядом же с ней представлена церковь Покрова на Нерли. Это 12 век, она является именно расцветом нашей Владимиро-Суздальской архитектуры. То есть мастера, которые копили веками опыт, они в
вложили все именно в эту церковь Покрова на Немли. И уже последний в этом ряду стоит наш Георгиевский собор. Это здесь на стендах представлен собор Домодедово нашествия. На постаментах вы можете видеть, находятся камни, которые в 13 веке были на соборе, но по какой-либо причине не были вложены в кладку Георгиевского собора в 15 веке. В начале 20 века эти камни были отреставрированы и помещены здесь, как благодарение белых камней. Здесь в основном представлен растительный орнамент. И здесь, с левой стороны, можно видеть пятый Иоанна Предтеча, образы архангелов и ангелов. Можно здесь встретить на лапидарии белых камней. Если мы обратимся сюда, здесь представлены двое святых с развернутыми свитками в руках и с нимбами. А между ними находится клиновидная маска князя Святослава Всеволодовича. Именно она в 13 веке находилась над изображением Георгия Победоносца с левой стороны снаружи. Но по каким-то причинам из нее вложили вклад. Возможно, на тот момент она там не находилась в развалинах собора. И в 20 веке эта маска была найдена, реставрирована, и сейчас мы с вами можем ее видеть. Также в нашем соборе есть уникальный камень, который носит двойное название «Распятие» и «Святослав Крест». Прошу пройти к нему. Вот тот самый камень «Распятие» или «Святослав Крест». По легенде он был сделан в лето 1224 года. Эта легенда гласит о том, что когда князь Святослав Всеволодович возвращался из победоносного похода на Волжский Булгар, его лоди попали в бурю, и князь начал молиться о своем спасении, о спасении своей дружины. Спустя некоторое время буря прекратилась, и лоди князя прибило к берегу. Князь сходит на берег и собственными руками высекает тот камень, который мы с вами сейчас видим, в честь своего чудеснейшего спасения. По центру находится изображение Иисуса Христа, с левой стороны жены Мироносицы Божья Матерь, а с правой стороны сотник Лангин и Иоанн Предтеча, и вверху священная Тимасия. Но считается, что изображение распятия здесь представлено не полностью. Полностью оно выглядело следующим образом: недостает двух ангелов, двух голубей и бога Саваофа. У верующих этот камень является целебным, если к нему приложиться, и ежегодно к нему совершается большой прибор паломников. Все эти привески, которые вы видите вверху, были оставлены паломниками. А время посетителей Святослава Креста был Иван III и Иван Грозный. Потому что по легенде считается, что если приложиться к распятию, оно может исцелить вас от ваших болезней. Эта легенда описывается на камне по происхождению распятия Святослава Креста. На камне, который находится рядом с распятием, частично представлен фрагмент с надписью «По происхождению распятия и Святослава Креста». Также здесь вы можете видеть вход, который раньше вел в Троицкий предел или княжескую спальницу. Большое помещение метр на метр, которое примыкало к Георгиевскому собору. То есть у нас сама усыпальница восстановлена не была, а вход в нее мы с вами можем видеть. И за вашими спинами можно видеть лапидарий белых камней. Это княжеская гридьба, или самое близкое княжеское окружение князя Святослава Всеволодовича. Считается, что в дружине князя было очень много кочевников. Отсюда и такие вот изображения. И на этом наша экскурсия по Георгиевскому собору подошла к концу. Вы можете приложиться к распятию, поставить свечи, еще раз пройтись по собору и задавать интересующие вас вопросы. Затем мы пойдем на дальнейшую экскурсию. Крест установят? Ну, планируют, но опять же. Божией горе, та поклоннички идут, та поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя.
лесу. В руках свечки все несу. И здесь впервые в Десус был включен Андрей Первозванный. То есть до собора его переключали. Андрей Руплев, он работал в Глотово, ходил пешком. Собор он этот очень хорошо знал. Он его очень хорошо изучил. У него очень похожи святые на его иконописные, на святых этого собора. И он тоже впервые в свой иконописный чин стал включать Андрея Первозванного. После знакомства с этим собором. Здесь львы, смотрите, какие интересные на охране. Львы другие, да. Таких львов тоже забавные. Больше, да, нигде нет. Он в неге лежит, да, лапки скрестил, в тени своего хвоста древовидного дремлет, а язык-то у него высунут, язык высунут и прикушен. Ну, символ чего? Заходя в храм, язык-то прикуси, да, помада.